Bah oui, bah oui. Oh là là, il casse les couilles. Il casse les couilles, tu me casses les couilles. Ma repoussée. Это и есть спорт. Это и есть спорт. На сегодня Захар в радио «Время спорт». Время спорта. At this moment that Emily knew. She fucked up. Standardowa sytuacja na drodze. To jest raczej standardowa sytuacja. Właśnie dlatego są te lusterka bardzo ważne. Nawet przy zjeździe z rondy. Nakaz w prawo. Да, друг, пиздец. Это он сейчас вмятину такую сделал? Сам? Да, он с ноги три раза дверь уже пнул. Да, давай в стекло. Сука. Ну нахуй. И проверяй же, блядь. Блядь, че не открывается-то нахуй?
Ёбаный рот, блядь! Ни хрена. Жесть, ты что делаешь-то, дурак, машина? Блядь? Зачем? Ебать. Ебануться. Сергей сейчас ручку оторвёт. Это что еще такое? Это таксист. Да пофиг, он все равно пьяный будет. Да он не видит. Но... Да поехали. Жесть вообще. Это то же самое, что я не могу в это сунуть. Пусти! Не пущу! Давай, 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 давай. Ёбаный в рот. Охуенно. Удивила. Вот знаете, на самом деле я сейчас понимаю то, что благодаря... Не всех дурных война убила, блядь. О, да. Даже скинь кто-то видео. Еще больше никогда эту дверь не откроют. Давайте мы ментов вызовем, ребят. Я бы так свою машину не ударила. Да не. Пусть нахуй. Да ты не попадешь в нее. Офигеть, он просто ее всю раздолбал. Стрим еще ручку вырвет, да, нахрен. Курва. Посмотрите, ребенок за головой. Ну, а тут другие нет. Игрушка, мини-поп, слегка ободранный хитронёж. Ауто едет! Ох, пиздец.